Вторая часть «Джазовой провинции» назначена на 4 ноября. На сцене «Орловской драмы» обещают феерию. Мировые знаменитости дадут джазу орловчанам. Будет Юлиана Рогачева и Алексей Чернаков. Потом будет английский контрабасист Стив Киршович. Поклонники джаза особенно ждут самого популярного саксофониста современности. На орловскую сцену выйдет американец Эрик Мариенталь. Это отрывок выступления Эрика Мариенталя в Воронеже. Публика ревела от восторга. Его джаз необычный. Идеальный строй, мощный звук, ровный тембр по всему диапазону саксофона. Пронзительные верха. Саксофонист и композитор Эрик Мариенталь работал с такими мировыми знаменитостями, как Барбара Стрейзанд, Элтон Джон, Дэвид Бенуа. Мелодии Мариенталя звучат не только в концертных залах. Его музыка слышна на улицах Калифорнии и в любых кварталах Лос-Анджелеса. Эрик Мариенталь написал музыку к таким известным фильмам, как «Угнать за 60 секунд», «Санта-Барбара», «Барбара», «Сестры» и другие. Вот уже 15 лет он записывает джинглы для мировых компаний Nike, McDonald's, Coca-Cola, Cadillac, Ford Motors. Мировая знаменитость уже дала концерт в Воронеже, и уже теперь Эрик на пути в Орел. Услышать известного музыканта можно будет на концерте «Джазовой провинции» 4 ноября в Драмтеатре. Екатерина Габова для программы «Оперативный эфир».